Определить запрет на добычу вылов тихоокеанских лососей в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, в целях осуществления промышленного и любительского рыболовства. Определить запрет на добычу вылов чевычьей нерки в реках Авачи и Парапонта для любительского и традиционного рыболовства. Определить запрет на добычу вылов чевычи в западно-камчатской и камчатко-курильской подзонах для промышленного и традиционного рыболовства. Определить запрет на добычу вылов тихоокеанских лососей в бассейнах рек Опала, Галыгина, Кошегочек, 1 Явинская, 2 Явинская в целях осуществления промышленного рыболовства. Рекомендовать пользователям рыболовных участков указывать в заявлении на оформление разрешения на добычу вылов водных биологических ресурсов исключительно удебные орудия лова, спиннинги, удочки при организации любительского рыболовства в отношении чевычи в западно-камчатской и камчатко-курильской подзонах, а также тихоокеанских лососей в бассейне реки Опал. И определить запрет на добычу вылов чевычи в Мильковском и Быстринском районах с 1 августа.